так. Господи, помоги, дай Бог, чтобы у нас был хороший эксперт. Да я тоже так. Боже, помоги, пожалуйста, когда я так. Пришли все голосовать за правильный выбор, за наш выбор, за мир. Хотим жить мирно, свободно, чтобы нас не угнетали. И никаких нас, ни автоматчиков, никто не принуждал. Смотрите, сколько людей. Будем стоять столько, сколько надо. Пропускаем пожилых людей, потому что они не могут стоять. Очень трудно. Остальные все стоим и будем стоять. За мир. За мир. За свободу, за мир, за самостоятельность нашу, за справедливость. И стой. Муха сядет. Я пришел проголосовать за народную волю, за то, чтобы в Донбассе была полноценная, настоящая власть народа. Пришел добровольно, как и все присутствующие здесь. Я готов выстоять сколько нужно. Хочу сказать, что несмотря на опасность, потому что вот буквально вчера еще наш район обстреливался, тем не менее, явка все-таки действительно людей очень высокая. На 10 утра у нас проголосовало примерно где-то 20% от избирателей. Вы видите, очередь увеличивается, и люди идут и идут, потому что передают, видимо, по подъездам, что идет голосование, что все-таки открылись избирательные пункты, несмотря на все запугивания, которые были и в интернете, и в украинских СМИ, и так далее. Вот несмотря на чувство страха и опасности, в котором мы все тут находимся в Минском районе, тем не менее, люди идут на избирательные пункты. Вот мы сегодня пришли на выборы 2 ноября, чтобы проголосовать за новую республику, за наше будущее в новой стране, в Новороссии. Надеемся, что у нас наладится, ну, со временем, ну, будет хорошая, прекрасная жизнь. Без террора, без войны, без насилия. Надеемся, что со временем. Уважаемые киевляне, кому очень холодно в городе Киеве, пожалуйста, приезжайте к нам в Донецк. У нас очень есть элитный район в районе аэропорта. Масса свободных домов и жилых квартир. Пожалуйста, заезжайте и живите себе в благополучии, в мире и спокойствии. Ждем вас в гости. Спасибо за внимание. И Винница, и Житомир, пожалуйста, приезжайте к нам. Порошенко, Потрошенко. Я думал, для Потрошенко. Придурок. Идиот. Шакалы. Это правительство. Надо попросить Путина, чтобы туда накрыли всю эту Верховную Раду. Сволочь. Нет слов выразить негодование, что они делают. Зачистку делают. Сволота. Пусть бы прислали сюда своих родителей, детей, внуков, правнуков и вызвали авиацию, чтобы разбомбили их всех. Вместе с этими Потрошенками, Ценюками. Привет, Украина! Гудбай! Я пришел выразить свой протест против полного украинизации, который перерастает в фашизм. Они хотят нас вообще здесь всех уничтожить. Это если сейчас они на нас в мирное время обстреливают дома, убивают детей, школы бомбят.
А что будет, если они придут сюда? Мы все собрались здесь выразить свой протест. Меня никто не заставлял. Как видите, я по собственному желанию стою в очереди с большим удовольствием.